Добрый день. Ну, высоко поднимаем. Мы открываем канал сегодня с Ильченко Валерией Ивановной «Родные люди». Сегодня у нас открытый совместный канал между Виктора Коробкина. И мы непосредственно хотим вам показать первый фильм. На нашем канале мы будем показывать детские поделки, рассказывать интересные истории, а также высказывать свое мнение по поводу происходящих событий, которые нам понравились или не понравились. Правильно, Лерочка? А сегодняшнего дня мы начнем общеобразовательный такой показательный фильм. Называется будет он «Волшебная шкатулочка». Откуда она взялась? Мне ее дедушка подарил. А что в шкатулочке откуда взялась? Ну, говори правду. Дедушка все купил. Ну, давай теперь посмотрим, что у нас есть в шкатулочке, для того, чтобы... Вот такая у нас шкатулочка. Вот так мы ее поставим. Теперь будем вытаскивать и показывать, что у нас есть. Правда? Вот тут у нас есть для красок. Вот это. Так, мы покажем, что у нас есть кисточки. Да? Вот, вот это у нас кисточки для покраски. Вот, кисточки для покраски. У нас сколько штук, Валерия Ивановна, ну, считай? Так. О! Семь. Правильно. И карандашик. И есть вот, вот у Валерии Ивановны еще такой ножичек маленький. Для работы. Вот. Теперь давайте посмотрим дальше, что есть. Ну, дождик это для работы. А эту подушечку? А кто такая подушечка? Я ее связала. Шила, а не вязала. Валерочка пошила подушечку такую вот для иголочек. Поэтому у нее есть такая подушечка. Сама шила. Вот есть у нее такой дельфиневочек. У нас висит в шкатулочке. Так, ну что у нас еще тут есть? У нас есть бисер. У нас есть салфеточки. Вытирать непосредственно кисточки, да? Я не рассказываю. Вот кисточки. Так. Здесь находится в этой шкатулочке все необходимое для разного рода поделок. Соответственно, чтобы не бегать 20 раз и не искать где-то что-то, у нас все лежит, получается, как бы в одном месте, в одной шкатулочке. Вот ниточки для иголочек. Правильно, Валерий? Так, что у нас тут еще с тобой есть? У нас есть клей, который непосредственно надо будет нам клеить. Так, что у нас тут еще? У нас тут еще много всего такого есть. У нас есть бисер. Ну, ты показывай, раскладывай так, чтобы все видели. Я буду доставать. Вот так, да. Такой тебе бисер раскладывай. Покажи, какие цвета есть. Наборчик свой покажи. Вот вот эти штучки свои покажи. Тоже на. Свечечка у нас есть. Камушки тут еще. Вот такой у нас тоже есть. Карандаши с клеем, с блёстками. Вот такие штучки есть.
Ну и, соответственно, лаки всякие, которыми красить можно. Потом краски у нас есть акриловые. Показывай. Чтобы дети видели. 6 цветов. 4 или 6? 6. 6 цветов. Красные. Зеленые. Желтые. Синие. Черные. И белые. Инструмент. Положи, какой у тебя есть, ножнички. Ну, а все остальное у нас как-то повторяется своего рода. Тот же бисер, да? Так, ну что, друзья, вот у нас есть такой материал, который мы с вами поделились, показали. То, что есть у нас, это акриловые краски, бисер, есть блестки всевозможные, клей. Ножничками будем вырезать, делать поделочки всевозможные. Будем показывать, далее рисовать. Ну и, соответственно, делиться с вами своими радостями. Пока на сегодня все. Валерий Иванович, до будущих встреч. Ну, скажи, пожелай что-нибудь своим друзьям новым. Ну, до свидания, скажи. До свидания. Всего хорошего. До будущих встреч.